Всем ассаламу алейкум. Хочу вам показать сегодня квартиру. Да, кстати, с этого комплекса мы также делились и продавали квартиры 1 плюс 1. Сейчас вот эта вот квартира 2 плюс 1, 95 квадратов. А здесь не одна квартира. Я вам хочу сказать, что здесь две квартиры у нас. Как раз этот вариант подходит для тех, кто вот пишет или звонит. Султан, мы, допустим, два брата хотим в одном месте, на одной площадке там. Вот эти две квартиры на одной площадке на 14 этажах. И также, значит, в комплексе, комплекс состоит из трех зданий, каждое здание по 14 этажей. 95 квадратов, жилая площадь данных квартир. Как вы видите сейчас на экране, это зал вместе с кухней. И также из зала можно выйти на балкон, и с комнаты с детской также можно пройти на балкон. Давайте сейчас пройдем, посмотрите. Вот большие окна. Мурат на свежем, чистом воздухе здесь переписывается. Подальше от коронавируса. Вот такой вот вид, друзья. До моря буквально 300, ну, где-то 350 метров. Здесь, в этом комплексе, есть, если не ошибаюсь, три бассейна. Один с аквапарком, с горками. Также игральные площадки для детей. Ну, попозже спустимся вниз и посмотрим. Значит, повторю, 2 плюс 1, 95 квадратов, жилая площадь, 14 этаж, 2 квартиры имеется. Цена 170 тысяч турецких лир. Ну, сегодня по курсу делает 23 400 евро. Айдат также здесь 100 лир. Давайте пройдем сейчас дальше, а потом я выйду и сниму вам вторую квартиру. Вот здесь коридор небольшой. Вот это вот одна комната. Отсюда тоже можно пройти, на балкон выйти. Ну, чисто свежий воздух, морской воздух вам гарантирован здесь. Да, хочу еще сказать, друзья, в данном комплексе Искана пока нет. И газ здесь еще не активен. Но со временем, конечно, это все будет. Здесь, даже если вы обратили внимание, сами батареи еще не подключены. Так вот душевая кабина выглядит. Мы в ванной комнате. Это один из санузлов. Значит, два санузла, один с душевой, там один алатурка. Вот, и пройдем в спальню. Вот, сама спальня. Из спальни тоже можно выйти на балкон. Вот такой вот вид. Также, опять повторю, подходит, очень хорошо подойдет, то на две семьи, короче, кто хочет, может обращаться. Вот сама кухня. Ну, конечно, кухня небольшая, но само место хорошее. 350, значит, метров до моря. Рядом автобусы, там, не знаю, автобусный парк здесь находится, до центра там, ну, минут 15 на автобусе, наверное. Так, давайте сейчас сразу пройдем в следующую квартиру. Все то же самое, но немного расположение по-другому там. Вот на одной площадке, в здании, да, по два, в каждом здании по два лифта. Люди здесь живут. Даже я слышал, уже есть русская речь, русскоязычная в этом здании есть. Так, вот квартира, которая напротив, также заходите в санузел, там слева был шкаф, а здесь справа, вот, ну это, кто в теме знает, клеют это, чтобы наклеивать эту пленку, чтобы не пачкалась, не моралась. Вот, друзья, также есть вид на море, балкон, с этой стороны, вернее, больше гор, и море видно, и горы видно. Вот. Так, я, значит, друзья, еще раз повторюсь, цена 170 тысяч турецких лир. Имеется на руках две квартиры. Здесь еще есть квартира, если я не ошибаюсь, друзья, значит, на 12 этаже, но она стоит чуть дороже, по-моему. Если не ошибаюсь, хозяин просит 200 тысяч лир, что ли, за нее. Я так особо не вникал, ролик тоже, видео у меня на эту квартиру есть.
Но я ей делиться не стал. Эти квартиры у нас в руках, и я могу ими располагать, как хочу, понимаете? Если кому подойдет, можете обращаться. Вот вид с балкона, вон там видно горки эти, видите? Сейчас мы спустимся вниз. Еще раз повторю, 95 квадратов жилая площадь, 2 плюс 1, 14 этаж, цена 170 тысяч турецких лир, делает на сегодняшний день по курсу 23 400 евро. Айдат 100 лир в данном комплексе. Искана пока нет, отопление не подключено, так как газ пока не активный. Вот. Такое расположение. Ну, квартиры такие, они как бы просторные. Вот видите, если на экран передается вам, большие окна, балкон большой, просторные, высокие потолки, на полу парке. Вот. Не паркет, парке. Опять же, иногда люди путаются, поэтому я на турецком это говорю, парке. Вот, сама кухня. Давайте сейчас спустимся вниз и посмотрим, как выглядит двор. Магазины рядом есть, маркеты есть. Ну и, конечно, как я не раз говорил, разрастается район. Вот лестница, если что. Растет район, и поэтому будут строить садики, школы со временем, будут лицеи, потому что квартир больше, домов больше, людей больше. Вот, сейчас я спустился вниз, друзья. Вот это вот такой вход в здание. Давайте сейчас посмотрим бассейн с аквапарком. Пройдем на заднюю часть двора. Вот, как видите, машины паркуются возле здания, не под зданием, возле здания. Сам вид комплекса тоже неплохой. От моря, повторю еще раз, от купательной зоны 350 метров. Вы видели с балкона. Очень близко. Также имеются веранды. Также там должна быть площадка для детей, баскетбольная площадка. Но летом будет весело, я думаю. Да, я опять же как бы по старой теме иду. Но если на то будет воля Всевышнего, конечно, если откроются дороги, если все наладится, то тогда да. А если нет, друзья, там задавали мне вопросы. Султан, через 6 месяцев, по-моему, точно не помню, может быть, и на полцены все квартиры упадут. Ну, друзья, все может быть. Может быть, как я там и ответил, через 6 месяцев нам вообще квартиры нужны не будут, правильно? Земли хватит. Так что на все воля Аллаха. Поэтому, друзья, короче, автоматически ты залетаешь как бы в политику, уже не буду об этом. Вот все, что я хотел вам сегодня показать. Квартира 170 тысяч турецких лир. Две квартиры есть на руках, на 14 этажах. Заценивайте, смотрите. Думаю, что опять был вам полезен. Ну, а мне что? Мне, друзья, остается только пожелать вам крепкого здоровья, пожелать мир вашему дому, где бы вы ни находились, разницы нету, друзья. Валлай, сейчас такое время, что нужно как-то держаться всем вместе, потому что мир меняется, вы сами видите, все меняется, хотят поменять полностью систему, к которой мы привыкли, так что будем молиться, чтобы все у всех было хорошо, делаю дуа за всех. Ну, султан на связи. Мир вашему дому. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всем ассаламу алейкум, друзья. Время намаза, азан. Пойдем помолимся, иншаллах, за всех нас.
Всем ассаламу алейкум, всем привет. Султан на связи.